Недалеко от поселка Заводской разгорелся лесной пожар. На его ликвидацию оперативно прибыли спасатели, лесники и сотрудники заповедника «Земля леопарда». Таков был замысел учений. По легенде, привлеченные силы совместно тушили природные возгорания, которые представляли угрозу для населенных пунктов. У нас задача у Федеральной противопожарной службы – это защита населенных пунктов от перехода ландшафтных пожаров. А задача вот как раз параллельных структур – это тушение лесных пожаров. Главная цель мероприятия – наладить взаимодействие между разными структурами. Сперва территорию учений площадью около гектара огородили. Убрали сухую траву, кустарники, деревья, чтобы огонь не перекинулся на лесополосу. Затем был пущен пал, и спасатели начали работу. Крупные очаги заливали из пожарных стволов, а мелкие возгорания ликвидировали с помощью воздуходувов. Совместными силами пожар был потушен за полчаса. Распространение лесных пожаров зависит прежде всего от оперативности, поэтому от того, как оперативно сработают все службы, зависит площадь лесных пожаров. На учениях, как и в реальных ситуациях, для разведки обстановки спасатели использовали воздушную технику, запускали дроны, после чего применяли технические средства пожаротушения. Данный вид беспилотника позволяет обнаруживать лесные пожары. Отметим, что в Приморье уже начался пожароопасный сезон. Со слов спасателей, большинство очагов возникают из-за небрежности человека. Кстати, нарушителям правил пожарной безопасности в лесах грозит штраф до 200 000 рублей. Алина Черненко, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.